Галя, у вас гитара. Евгений, гитара. Спасибо. Мы продолжаем наш праздничный вечер, дорогие друзья. Антонио Карлос Джобим, гражданин Бразилии, по совместительству один из основоположников стиля современной бразильской музыки босса-нова, как-то сказал, что если представить, что музыка — это море, то босса-нова — это море после сильного ветра, когда все уже успокоилось. И до этого с вами, дорогие друзья, у нас были босса-новые. А также он сказал, что море во время шторма — это самба. Сейчас мы хотели бы исполнить самбу с простым названием «Садаса самба». Инструментальная композиция «Я танцую самбу», группа «Ночное радио», город Ступино.